Вообще классная тема. Смотри. Такая мощняковская стихия. Представляешь? Ну, что там? Где? Ну, что там такие дома. Ага, да-да-да, высотки. Высотки стоят, да? Вот отель. Ну да. Возможно. Посмотрим, что тут у нас. Тут какая-то земля снизу, а притом абсолютно черная. И какая-то подозрительная вообще. Туда спускаться нежелательно. Очень даже нежелательно. Не знаю, почему так все здесь выглядит. Есть какие-то крутящиеся иероглифы испанские. И, конечно, океан. Сумасшедший, безумный, страстный океан. Да. Ох, сила вообще. И город. Самое интересное, как они все в разные стороны крутятся. Почему так получается, интересно, если ветер дует? Так, друзья, выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.